Лето – это не только счастливая пора каникул, но и опасный период для детей. Катание на самокатах, велосипедах, роликах и других транспортных средствах зачастую приводит к травмам, в том числе и тяжелым. На данный момент в Московском областном центре охраны материнства и детства проходят лечение 30 детей и подростков, которые получили переломы конечностей. 10 пациентов находятся в реанимации. Мы, конечно, все доктора, медицинские сестры тоже являемся родителями, понимаем, что детей очень тяжело оградить от каких-то действий, но наша задача как родителей, как взрослых людей, это позаботиться об их безопасности. Поэтому, если ребенок садится на велосипед, то он обязательно должен быть в шлеме. Если ребенок встает на роликовые коньки или вот эти модные скутеры, которые есть сейчас у деток, он тоже должен быть в шлеме, и основные суставы должны быть обязательно в защите. Врачи также напоминают о мерах безопасности в квартире. В отделение травматологии за месяц поступают как минимум 5 детей, которые выпадают из окон верхних этажей. Медики призывают не оставлять малышей без присмотра и устанавливать на окна специальные блокираторы.